Поймите, Лукашенко такой же заложник Путина. Он не может оторваться от власти, потому что иначе ему каюк. И он, его вынуждают участвовать в войне. Он петляет, юлит, кривляется. И так или иначе, когда будет, видимо, совсем плохо, его вынудят это сделать. Вот. Но пока он пытается, как один из бывших условно-оппозиционных лидеров российской прессы, Венедиктов, летать или петлять между строек, вот, между строек долго не получится. Ему придется в какой-то момент сделать выбор. Он абсолютно в заложниках, он на крючке у Путина. После 2020 года, после того, как были протесты, и Путин в этих протестах поучаствовал. Он абсолютно все в заложниках. Вот поймите, это террорист мировой номер один, который никак по-другому этот мир не видит, как быть заложником. Он хочет, чтобы и Украина, и украинское руководство было в заложниках у него. И это его абсолютная цель. И когда показывают, постоянно говорят о том, что Зеленский сбежал, и чтобы он, ну, показался или где-то пришел народу, у них одна задача — его просто убить, как Дудаева. Скажіть, будь ласка, пане Євгенію, коли ми, наприклад, вдаємось до сценарію, який мав би критичний розвиток, так? Тому що зараз в Російській Федерації фактично сили стратегічного ядерного стримування, як вони про це кажуть, перейшли в інший статус. Наскільки висока вірогідність застосування, наприклад, тактичної ядерної зброї Путіним? Наскільки висока вірогідність застосування хімічної зброї? Пам'ятаєте, як в Сирії це було, наприклад, Зарін, так званий, так? Коли я навіть не хочу згадувати те, що відбувається з людиною після такого. Ви знаєте, після того, як я абсолютно ошибся в прогнозе, будет ли нападение на Украину или нет, потому что мне до предпоследнего дня казалось, что вероятность этого не, там, не больше 20%. То, что они расчехлят кнопку и будут делать вид, что нажимают, в этом у меня нет сомнений. В том, что он реально воспользуется этим, я все-таки аккуратно предположу, что, пожалуй, нет. Ветер-то юго-западный в основном.